любимые помощники. Да, у этой шторки тут очень... Да, сейчас разберемся. Очень узенький проход, и мама сделает пошире. Для этого нужно распороть и сделать новый, широкий. И повешаем на кухонку новую шторину. Давай. Чук. Оля, уже все выходит. Получается ли? Мои помощники золотые. Любимые и родные. Вот и повисла моя красивая шторка новая. Такая теперь красота будет. Всем спасибо за помощь, детям и Максиму. Мне очень нравится. Спасибо. А пока вот застегнули таким образом, чтобы было днем светло. А на ночь опустим шторику. Кому нравится, ставьте лайк. А вот мой еще, кстати, новый житель. Лимончик Милёвушка подарил на 8 марта. Всем зрителям канала Синички чудесного настроения, приятного времяпровождения и крепчайшего здоровья. И так тоже хорошо.